Собрались на рыбалку, я, Романыч и Мишель. Взяли снасти и в развалку, прямо с нежною метель. Путь наш был не так уж долог, ветер дул во все бока. Никакой метеоролог не удержит рыбака. Это кто орет в тумане, руки скинул до небес? Это мой сосед в пучине, вызывайте МЧС. И не шатка, и не валка. Рыба видит в чудаков. Экстремальная рыбалка, бич подлетных рыбаков. Мой сосед сплошной чудила, закадычный корешок. Под на зимнее удила присобачил поплавок. Мой сосед придурок Миша, точит острове добур. У него проблемы с крышей, он по жизни самодур. Это кто орет в тумане, руки скинул до небес? Это мой сосед в пучине, вызывайте МЧС. И не шапка, и не валка, рыба видит чудаков. Экстремальная рыбалка, бич подлетных рыбаков. Клюнул хилый окунек. Мы с Романычем припрыжку открываем пузырек. И пока мы наливали для согрева по 100 грамм, ветры льдины отгоняли прямо к финским берегам. Это кто орет в тумане, руки скинул до небес? Это мой сосед в пучине, вызывайте МЧС. И не шаг, и не волка, рыба видит чудаков. Экстремальная рыбалка, бич подлетных рыбаков. Это кто орет в тумане, руки скинул до небес? Это мой сосед в пучине, вызывайте МЧС. Мое рабочее место. Я тут перерабатываю рыбу. Делаю, филюю пока. Но сейчас пока только снимаю от костей, а потом буду еще со шкуры снимать. Вот Андрюха вчера поймал хорошего сазанчика. Доброго. 4800, а 4900, ну, почти 5 килограмм. Сейчас я вот так вот покажу. Вот так. Так, на фоне воды, чтоб красиво смотрелся. О. Так, ну, как я снимаю филе с сазана, я еще не показывал. Попытаюсь сейчас изобразить. Значит, здесь для того, чтобы сделать нормальный рез, надо снять чешую сверху, вот вдоль позвоночника. Вот, и вот вдоль плавника. Ну, это так, прям буквально. Здесь маленькие чешуйки, большие снимать не надо. И спину снимаем. Почему? Потому что будет рез вдоль позвоночника с двух сторон. И если чешуя будет, ну, крупная чешуя, она мешать будет прохождению ножа, лезвия. Вот здесь надо максимально вот вдоль позвоночника, максимально близко, вплотную прям к плавнику проводить, тогда будет все нормально. Так, ну сначала вскроем, взрежем спину, а потом надо будет еще снять по жаберным крышкам по краям. Так вот сейчас. Хотя здесь
можно просто под наклоном пустить. Так вот. Все равно приходится выкорчевать парочку вот этих вот чешуек. Вот, а потом делаем рез. Так, плавники. Пойдут в суп вместе с головой. А мясо мы отделим. Теперь ищем, где там у нас мягкое место. И начинаем резать, упирая кончик ножа в основание позвоночника. Прорезаем вдоль этого большого спинного плавника. Дальше переходим на вот этот участок до хвоста. Убираем лишнюю чешую, которая скатилась. Так, здесь немножко проскочили на другую сторону, ничего страшного. С внутренней стороны также лезвием, режущими движениями вверх, выводим нож вдоль позвоночника до конца хвоста. Обрезаем хвост такими рубящими движениями. Вот. И потом так вот направляя, формируем уже, где у нас будет рез полностью. Отделяем спину. Пока только спину. Чем хорош такой способ? Все внутренности остаются внутри. Вот. И исключается возможность повреждения вот этого пузыря желчного. Вот. Если его прорезать, у сазана зеленого цвета такой, то тогда мясо будет испорчено в этом месте. Будет горькое. Так. Здесь тоже убираем чешую. Так. Главное поймать, где этот, где косточка специально тут есть такая, которая мешает прорезать. Вот. Ну, здесь я обычно начинаю от начала плавника, вот этого. Иду до хвоста. Вот, потом в обратную сторону уже до головы. Вот, теперь все. Теперь большим пальцем отжимаем мясо в сторону от ножа и режущим движением начинаем так вот снимать. Тоже здесь надо обрезать хвост, чтобы книжка развернулась. Чем крупнее сазан, тем удобнее снимать. Потому что мясо толстое, особенно на ребрах. Сейчас вот предыдущего маленького сазанчика, небольшого, пришлось с ним помучиться. С большим. Вот, значит, доходим до анального плавника. Вот здесь тоже есть кости. Значит, надо или же отсюда, изнутри, вот так сделать прорез вдоль этих костей. Вот. И дальше продолжаем. Так.
Так, вот дошли до низа. Низ аккуратно. Пальцами раздвигаем, чтобы вот сам отходит. Все. Тут уже в брюхе ножом уже можно не работать. И вот прорез сделали, и вот эти кости анального плавника остались на позвоночнике. Теперь просто остается срезать вот эту вот часть. Так. Теперь переворачиваем эту сторону. Делаем то же самое с этой стороны. Анальный плавник. В основание прокалываем ножом. Подрезаем до анального отверстия. Так, дальше. Таким же образом. Режем. Так, ищем, что держит здесь. Какая косточка. Вот, нашли. Подрезаем. И пошли вниз. По ребрам. Ребра здесь уже твердые, прочные. Так, закрой. Так, ну и теперь основание подрезаем. Вот он, отделили. Вот книжка получилась. Так, здесь надо будет отделить голову. Мы ее будем использовать для варки супа. Казацкие щи будут. Так, и что еще у нас? Еще икра. Икра тоже ценный продукт. Так, а у нас икра, так, икра только в одном, да. Пока складываем в кастрюлю для отходов. Ну вот, теперь разрезаем пополам. Вот, вот такие вот получились
филейные участки. Сейчас уберем. Сазана надо снять шкуру. Вот. Используем доску «Экспедиция». Очень удобная. С прищепкой. Но для этого надо нам еще обратиться к «Экспедиции» и взять специальный филейный нож. Вот. Есть такой у нас набор. Вот. И филейный нож вот должен быть длинный. Вот такой вот. С тонким лезвием. И снимаем филе. Очень просто. Начиная от хвоста, делаем надрез. Так, вот хорошо бы его упереть сюда, в бак. Во. Вот. И потихонечку отгибая мясо в стороны, начинаем вдоль шкуры срезать мясо. Шкура очень толстая, прорезать ее, конечно, сложно, но главное угол ножа выдерживать. Да, нож надо подточить, туповат. Чувствую, ножик косячит. Ну, сейчас я добью уже эту часть, потом подточу. Может, приходится прикладывать сильные усилия. Это не надо. Он должен легко проходить. Ну, вот так вот. Такими движениями. Можно отъехать. Мясо прям как говядина. Красное. Ну, сазан пойман на Волге, на течении. А вся рыба, которая живет в среде быстрого течения, вынуждена сопротивляться ему. И там поэтому в мясе большое количество кровеносных сосудов, мышцы. Поэтому щука, она засачится. У нее мясо, конечно, более светлое. А вот сазан. Вот этот вот кусок сравнивать с телятиной. Вот красавица какая. Вот. Ну вот, получилась вот шкура. Вот. Ну, так как нож был тупой, получилось немножечко осталось. Вообще идеально должна быть белая часть. Вот. Ну, я считаю, что и так тоже неплохо. Ну, там уже кто-то бьет. Подточил я ножик. Попробуем сейчас вторую часть. О, вот это уже повеселее. Вот видите, разница между тупым ножом и острым. Вот практически все снимается. Так,
Так, вот это теша, самое жирное место у всех рыб. Срезаем его аккуратненько. Вот, и потом здесь можно вот на этой стороне от брюха к спине уже продвигаться. О, там у нас что-то бабахнуло. Ну, это, наверное, сазан прыгает. Ну, даже вот получилось, что снял шкуру, прорезал, но, в принципе, это можно и оставить. Так, оставляем это. Так, и сейчас целлофановый пакет. Вот у нас баночка сформирована. Так. Ну, это маленькая. Маленький проще. Вот снимать с маленького проще. Шкуру. С большого сложнее. Хотя с большим легче снимать, именно мясо отделять. Так, здесь тоже птешу обрезаем. Ну, это вот так просто. Все. Следующий. Вторая половинка. Так, и останется у нас щука. Ну, щуку показывать не буду. У меня щука уже есть, как снимать филе. Вот, поэтому повторяться, что. Кому интересно, можете посмотреть в моем плейлисте, где там отдел рецепты. Там есть отдельно, как я готовлю хе и как снимать филе с щуки. С максимальной снятием мяса практически, ну, не стопроцентный, но максимальное мясо, которое можно снять, оно снимается. Так. Так, все выкидываем. Ну, вот как-то так процесс и происходит. Так, икру тоже заморозим вместе вот с этим. Вот с этим, с этой филешкой. Ну, потом там. Вот, получится еще один пакетик. Сейчас его принесу, целлофанчик. Вот так вот надо возвращаться с рыбалки. Рыба должна быть уже обработанная, готовая к употреблению, то есть готовая к готовке. Вот. Сформировать все аккуратно в пакетике. Причем не в один пакет, а в разные. Потому что когда все это замерзнет, с одного куска не будете размораживать весь кусок. А так пакетик отделил один.
приготовил. Следующие там лежат. Вот это сейчас глубокая заморозка будет. Вот такие баночки. И будем. Потом она поедет домой. И будет ждать своей участи. Радовать родных и близких вкусностями астраханской рыбалки.